Научно-исследовательское судно «Атлантида» закончило работу в водах особой экономической зоны Марокко. Экипаж занимался изучением пополнения численности мелких видов рыб, промысел которой ведут суда из нашей страны. С каким результатом вернулся корабль, расскажет Константин Морозов. В Калининград вернулась «Атлантида». Это научно-исследовательское судно, способное работать во всех уголках Мирового океана. Одной из задач этой плавучей лаборатории является оценка запасов рыбных ресурсов. Корабль сейчас заметно покрылся ржавчиной. Это последствия длительного пребывания в центрально-восточной части Атлантического океана. В водах Марокко вылов рыбы ведут российские суда. Поэтому в этом квадрате нашими учеными проводились работы по изучению прироста популяции ставриды, сардинеллы и скумбрии. Мы делали оценку состояния так называемого пополнения. Это молодь рыбы, которая вот только народилась. Состояние запасов хорошее. И, соответственно, у нас есть перспективы работать в этом районе дальше. Морской бог благоволил Атлантиде. За время плавания корабль только при одном переходе попал в ураган Офелия. Больше стихии судно не беспокоило. Экипажу пришлось работать в максимально сжатые сроки. Все исследования нужно было провести за 30 дней. Поэтому команда и научная группа трудились 24 часа в сутки. Днем производили станции отбора проб воды. Бентос брали на борт. Гидрологию занимались. А ночью делали траление. Контрольное траление по точкам. Уложились в сроки и работу сделали всю полностью. Результаты ихтиологических, океанографических и гидробиологических исследований будут использованы российскими и марокканскими учеными для оценки запасов рыбы. Корабль у причала Калининградского рыбного порта проведет несколько месяцев. Росрыболовство выделило средства на проведение работ в 2018 году. Мы планируем провести исследование окуня Морин-Мингера. Это международная съемка, которая планируется к выполнению в конце марта, в июне 2018 года. Кроме того, знаковым таким мероприятием является выделение средств на ремонт второго однотипного судна «Атлант Неро». В следующем году «Атлантида» планирует отправиться в Антарктиду. Это будет первая более чем за 15 лет научно-исследовательская экспедиция по оценке популяции рыб в этом районе Мирового океана. Константин Морозов, Андрей Терентьев, «Вести Калининград».